Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители подразделений доложили о проделанной работе на минувшей неделе. Подробности в нашем сюжете. Три пожара произошло в Люберцах во вторую неделю октября. Дважды пожарные выезжали в Красково. Там горели склад и квартира в одном из жилых домов. Здесь обошлось без жертв. А в высотке на улице Камова пострадал мужчина. В результате пожара обгорели личные вещи и предметы мебели на площади 3 квадратных метра. Пожарным подразделением спасен из горящей квартиры гражданин и доставлен с ожогами второй степени в городскую больницу. В округе растет число зараженных вирусом COVID-19. В начале октября заболели двое новорожденных. Одному на тот момент было 17 дней, другому – полтора месяца. Оба поступили в Московский областной центр охраны материнства и детства с признаками ОРВИ. Но у малышей подтвердился коронавирус. У взрослых инфекция проявляется по-новому. По последним данным, вот эта волна, которая сейчас идет, она уже протекает немножко по-другому. На первое место выступает кишечное расстройство. И это не потеря вкуса и не потеря запаха. И даже, возможно, начинается не с пневмонии, а начинается желудочно-кишечных расстройств и протекает она по типу панкреатита. Благоустройство округа также на повестке дня. Завершается реализация программы «Светлый город». По 21 адресу установили новое освещение. Обновят фонари еще в трех. Окончание работ запланировали на 20 октября. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.